Приветствую вас. На мой взгляд, ваш сон свидетельствует о том, что вы упускаете свои возможности, вы упускаете свои желания, вы не позволяете себе быть, значит, тем человеком, кто вы есть, подавляете себя, может быть, значит, подавляете себя, запрещаете себе проявлять желание, проявлять свои потребности, запрещаете себе реагировать, вот. То есть вы не отреагируете то, что с вами происходит. Вот. И, соответственно, из-за этого вы чувствуете, что жизнь, как бы она проходит мимо вас, что вы не реализуетесь, что вы не получаете того, что хотите. Вот, вы боитесь это потерять, вы боитесь не успеть, вот, вы боитесь заявить о себе, потому что, возможно, вы себя недооцениваете, вот. Возможно, вы себя просто-напросто принижает излишне. Вот. Может быть, ваш сон свидетельствует о том, что вы боитесь одиночества, боитесь остаться одна, вот. Вот я думаю, что так. Именно такую характеристику можно дать вашему сну. Конечно, эта характеристика совсем не точная, и может быть неправильный, потому что обычно при сновидениях, значит, анализируют то, что происходило в жизни человека. Обычно при сновидениях рассматривают то, что случалось с человеком в течение, например, ну, скажем, в течение ближайших 2 недель. То есть именно вот на протяжении 2 недель то, что с вами происходило. Вот. Это нужно анализировать. И уже тогда можно будет говорить о том, что значит ваш сон, ну, более подробно, скажем так, более четко. Вот. Значит, вам нужно просто составить
жизнеописание того, что вот с вами было за последние 2 недели, ну, например. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет сделать вывод о том, что есть ваш сон и что он из себя, ну, представляет, да? То есть, что он значит для вас. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я думаю, на этом можно закончить. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!